Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Сталкер, Зов Припяти с дополнением Мизери. В этой серии мы отправимся на охоту. Пойдем мы сегодня на Химеру. Это должно быть интересно. По крайней мере, хочется в это верить. Подойти надо незаметно. Нельзя, чтобы она нас хоть как учуяла. Хорошо. Тогда тушим фонари. У меня есть что-то вроде Барретта. И 76-й пулемет. Так, врубаем визоры. Да, вот она. Так, мы на месте. Где-то она совсем близко, блин, прям чувствую. Кто ее увидит, сразу бейте в голову. Близко подходить нельзя. Нюх у Химеры, что надо. Он и во сне на полной работе. Это она. Ну, я не знаю, давайте из Барретта шмальнем. Мы свое дело сделали. А ты не забудь заглянуть к зверобою на Янове. Короче. У нас большие проблемы. Ты как там, жив? Не балуй, оружие спрячь. Извини. Красавчик. Эти псевдопсы, они такие охеревшие. Слушаю тебя. Вы видели, блядь, на кого влетают-то? Чуть мне всю вылазку не запороли. Ну-ка, где мой трофей? Вот она, Химера. Забираем все и валим. Где это я? Нахожусь сейчас. Кого-то тут жарили. Это не Химера ли случайно? Ящик. Сори. А, это еще можно обыскивать. Это на ящик, правда, плохо похоже, но не важно. Так, сохранимся, чтобы не было эксцессов. То есть, как вы видите, без проблем. У меня есть хорошие стволы, как раз по классу. У меня есть экзоскелет. Правда, я бегать не могу. Но сейчас продемонстрирую вам, как он стреляет по плоти. Давай сюда. Да тут я. Куда ты побежала-то? Вот херня тупая, ну. Ладно, пускай мечется, пускай боится. Скорее всего, не попал. Ну давай на меня. Раз. Слышите, плоть какая-то опасная попалась. Три пули словила. Химера две словила. Или тоже три. Но это не важно, что такое химера и что такое сраная плоть. Что-то эксперимент, походу, не удался. Что это такое? Камень. Или нет? Не, это тоже плоть. Одно плохо в экзоскелете. Надо постоянно отдыхать, потому что очень быстро уходит выносливость.
Может, это, конечно, из-за веса, что я с собой ношу постоянно. Очень много. Но все же. Так, 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 надо наверх. Потому что на открытой местности я стану кормом для кровососов. Так, там плоть резвится. С кровососами у меня довольно-таки печальный опыт. Потому что эти твари житья не дают. Это повезет, если я ему там жбан дам. Один-два раза попаду и все. Ну, с такого пулемета, как у меня, конечно, можно и обойму высадить в него, но все равно. Надо будет его, кстати, улучшить. Я прицепил на него глушак. И это оказалось очень-очень-очень хорошая идея. Он стал намного кучнее стрелять. Намного точнее. То есть, в принципе, средние, близкие дистанции — это идеальное оружие. Для дальних у меня вот есть... Забыл уже, как даже называется эта, блин, винтовочка. М14 ДМФ. Вот так. Нашел я ее. Точнее, как нашел? Поднял я ее с трупа сталкера. Бедняга переходил дорогу не там, где нужно. Ну, вы знаете, у нас правила суровые. Если ты их нарушаешь, значит тебе смерть. Вот. Так, кому-то мне доложиться, или я протыкал все? Ну, здорово. О, классная песня. Как раз в духе сталкера. Да-да, у меня по весу все прискорбно. Тогда давайте продавать. Так, это что? Вакцина от столбняка. В принципе, защита не очень, поэтому продаем. Швейцарские ножи оставлю. Это против ран, очень хорошая штука. Столовые приборы не нужны. Так, это пригодится. Это завсегда. Так, мясо. Вредная пища. Нет, извините, но нет. Пойдет, пойдет. Стимулятор. Тоже хорошая штука. А все остальное нужно. Так, какие у нас патроны получше? Вот эти 4, вот эти 3. Давайте вот эти продадим. Я стараюсь носить уже, видите, патроны каждому оружию, но одного типа. Потому что оно все тяжелое, зараза. И воевать с этим довольно тяжело. Но все равно выносливость черпается, как пить дать. Давайте сходим, починимся. Инструментов я, знаете, так и не нашел. 10 тысяч на емкость магазина. Да, это прискорбно, я вам так скажу. Так, ну, я не знаю, я, конечно, уже зажрался. Что, как вы видите, у меня 161 тысяча. Это всего лишь пара хороших походов. Так, ну мне надо найти инструменты. Инструменты — это вещь хорошая на самом деле. Так, давайте еще посмотрим, что тут у бороды. Ой, у сыча. У сыча. А, так. Калаш современный, не подходит он мне. Не нравится. Так. По шлемам. У меня такой же самый. Этот прицел нельзя открутить.
Так ну давайте еще пачку вот этих купим, чтобы хотя бы сороковник патронов был, так? И... А вот эти мои суперские есть. Ого, сюда еще под ствол можно поставить. Но гранаты у меня иногда, в принципе, бывают. Давайте за 2000 возьмем еще под ствол. Так, это такой момент, когда можно спокойно скупиться и без всяких проблем. Иногда, вот, как вы видите, я понакупал хороших таких, не знаю, девайсов, что ли. Они дают хорошую прибавку к переносимому весу. Это очень радует. Это очень удобно, на самом деле. Так, а ничего нельзя? Калимат, может, какой-нибудь? Жалко, жалко. Ну, ладно, в таком случае все. Как видите, сборка у меня уже очень даже хорошая. Так, сейчас вырубим. Иди, иди, нечего тебе тут делать. И у нас появился новый врач. Слушаю. У него все те самые диалоги, что и у Тремора. Он даже говорит так же самое. Но выглядит он теперь вот так. Зовут его Има. Вольный сталкер. Хабы. Так, давайте еще одного Геркулеса у него возьмем. Так, эти стимуляторы есть, это есть. Ну, батончик еще один. Ну, вот и все, наверное. Да-да, прощай, прощай. Уже полностью закупился. Наверное, в следующей серии мы уже пойдем на Янов. Вот с тобой, парниша. А сейчас всем спасибо, что были со мной. Всем пока, до новых видео. Все, музыкальная пауза.